Всем привет, вы на канале Вокруг Земли. Мы в китайском районе без китайцев. Сегодня старый Новый год. Ой, китайский Новый год. У меня все старый Новый год постоянно. Китайский Новый год, китайский квартал. Китайцев нет, китайцы все не знаю где. В общем, ну, может быть, еще рано просто. А мы приехали в терминал 21. Здесь сегодня программа. В 3 часа были драконы, шоу с драконами и львами. И сейчас будет в 6 часов тоже программа. В 3 часа не успели, потому что был ливень. На 6 часов сейчас успеваем. Вот он, китайский райончик сам по себе. Он всегда здесь, то есть не только сегодня, а в любой день можно сюда приехать и отведать какой-либо китайской еды. Здесь кафешки, столики пустые. Смотрите, вообще я думал, народу сейчас будет уже очень много, а не знаю, где все китайцы. Ну, я думаю, скорее всего, к вечеру все подтянутся. Сейчас, скорее всего, все нашел в терминал 21. Вот, смотрите, ресторан, тут китайские блюда всякие, как они любят, все в кучу, какие-то там нарезки, не нарезки, все, ну, короче, китайская еда острая. Но есть здесь еще интересное место. Это их алтарик такой небольшой. Сейчас покажу вам. Сегодня более чем актуально это место для них. Подношение, то есть они делают тоже, фотографируются. Вот смотрите, какое красивое место. Здесь вот уже готовятся всякие угощения. А что это такое за 40 бат? Какие-то снеки. Ну, типа китайская еда, да. Так, вот у них дракон. Здесь вот сам алтарь. Здесь такой мини-рынок. Пока особо нет людей. Продают какие-то сладкие штучки. 6 бат одна штука. Ми? Кап-н-кап, о, горячее. Вот меня угостили тут. Попробуем. Ну, тесто. Тесто, не помню, начинка какая. По-моему, вот это вот мне дали. Угостили, вот, на, попробуй. Да? Угу. Ну, они разные наполнители. Вот с финиками есть. Кокос, клубника, шоколад. Еще какой-то крем. Вот мне угостили вот с этой штукой. Ну, короче, разные наполнители. Сейчас я ей в ответ печеньки дам. У меня же 2 печеньки осталось. Твою. Thank you. Так, здесь вот крабики какие-то. Не крабики, а что это? Это... Я не знаю. Не знаю, кстати. Напишите, что это. Панцирь что-то. Да, напишите, что ты не знаешь ничего. Ну, не знаю, что это такое, что за море, что за это за морское существо. Черепаха или не черепаха, что это было. Вот такие вот вафли есть. Ну, здесь пока не особо еще, ну, то есть только-только люди приходят еще. Здесь просто фрукты, ананасы, арбузы и так далее. Вот, ну, мы, короче, пошли дальше в терминал 21 на представление, пока все там находятся. Готовятся уже к представлению. Идут с костюмами. Идет приготовление. Ребята строят столбы. На
народу, смотрите, вообще, вон там вон сидят, только люди немного и все, вообще мало людей. Я говорю, столько слов, китайский Новый год, там, год дракона, вообще ни о чем. По-моему, у нас 9 мая празднуется в миллион раз лучше, народу больше, как-то веселее. Столько слов, столько всего, типа яркое шоу, то есть все, ну пока вообще не ощущается. Не знаю, может быть в центре что-то будет вечером, но вообще, не знаю. Впечатления, конечно, пока никакие. Я не упал, наверное.